снега навалило, конечно. Еле-еле двигаемся. Хорошо, что здесь кто-то до меня проехался на больших колесах. Вот основную массу снега по бокам раскидал. Сейчас медленно-медленно, с пробуксовкой, конечно, но потихоньку двигаемся. Ребят, открытие. Едем на озеро, на котором я каждый год открываюсь. Озеро Береща. Вот, значит, у меня здесь уже был друг пару дней назад. Вот, он сказал то, что лед уже больше 10 сантиметров. Но местами подмывают родники. Вот, надо ходить с пешней. То есть пробить себе тропинки, дорожки. И все, и потом уже спокойно ходить. А первые вот заходы, в общем, нужно будет прощупать. Какая красивая природа, погода классная. Сегодня штиль, ребят. Я приехал на 2 дня. В общем, сегодня еще 5 часов по светлу будет. Не получилось у меня с самого ранья поехать. Со сранья. Вот. В общем, еду ближе к обеду. Вот к 12 часам, я думаю, расставлюсь уже. И до часов 5 сегодня полоем. Максимально постараюсь находиться возле жерлиц, чтобы ничего не пропустить и вам показать. Сработочки, какие-то интересные моменты. Вот. К вечеру, когда стемнеет, поставим палатку, поставим печку. Будем топить брикеты, готовить вкусное жаркое. Картошка с мясом. И там куча всяких приправ. Чесночок сухой из дома взял, сушеный. Вот. Всякие чаи, кофе тоже заварим. В общем, будет классно. Едем отдыхать. И завтра еще у нас целый день. Завтра, как только будет светать, будем выходить. Пойдем проверим жерлички. И будем ждать щучку. Вот, так что почти 2 дня, ребят, здесь буду. Едем. Еще 300 метров по лесу. И будем на месте. Все. Я готов. Стульчик с собой взял. Бур, пешня, живец, живца там. Всего просмотрел, воду поменял. Так, все вроде взял. Все, что надо. Да, там одна жерлица. В прошлый раз лопнул поводок. Надо будет поменять. В прошлом году щука надрезала флюр. И в этом году при подсечке лопнула. Лопнул поводок. Ой, красота! Ребят, открытие, наконец-то. А как цивильно. Туалет стоит. Там беседочки есть. Озеро классное тем, что здесь, по сути, только один нормальный подъезд. Остальные все берега дикие-дикие. И щучка здесь красивая. Так. Не выпало все. Блин. Сработка, ребята, сработка. Колокольчик услышал. Первая сработка. Расставился где-то 20 минут назад. Да, колокольчики выручают. Я в эту сторону вообще не смотрел. Что, ладно, будем проверять.
вроде кто-то есть там. Ах ты, мимо. Вон, хвост резануло. Да, наверное, мелкая была. Но колокольчик классно сработал, конечно. Еще сегодня погода. Тишина. И тут брынь. Класс. Так. Иди, карасишка, долавливай. Походил, пощупал лед. В общем, тропинки 100% лед хороший. Стрёмные вот эти вот почернения. Почернения. Темные пятна, стрёмные, в общем. Фу, ну классно, первая работочка. Ждем следующую. О, мотает. Ребят, мотает, мотает. Есть. Ай, шнурок. Шнурочек. Будем отпускать. Блин, красиво мотало. Я думал, что же большая будет. Так. Пошел я за инструментом. Фу. Маленькая такая, грамм 300, наверное. Тихо, тихо, тихо. Что, ребят, такую надо отпускать, правильно? Отпускаем. Позови бабулю. Давай. Все, пошла, красавица. Маленькая. Пошла, пошла, пошла. Пошла. Пускай помотает. Хорошо идет, хорошо идет.
переворачивает, сейчас пойдет снова. О, идет. Ну давай. Ага. Что-то как-то не уверенно. Опять, наверное, ножик. Нет, пошла. Все, пошла. Пошла, ребята, пойду. Пошла. Есть. Покрупнее чуть-чуть, но все равно не то. Пошел я за инструментом. Будем тоже отпускать ее. Мелкая. Вот такая где-то грамм уже 500, наверное. Маленькая. Отпускаем. Пошла. Так, карасик, наверное, под замену. Сейчас посмотрим. Классно, она сначала ударила. Жерлица не сработала. И буквально через 5 секунд бабац. Добила. Сработка. Мотает. Только ее перенес. Идет. Есть. О, что-то вроде побольше. Тихо. О, да. Немножко побольше. Ну такая же, где-то грамм 600. Парик. Ну да, грамм 600. Так, пошел я за инструментом. Фух. В общем, ребят, уже стемнело с обеда. Ну, вот я к обеду только разложился, расставился. 4 сработки было, 3 маленькие щучки
Самая большая где-то грамм 600. А маленькая самая грамм 200. В общем, всех отпустил. Вот, сейчас кофеек попьем. Сделаю, как и обещал, жаркое, мясо, картошка, лук, соль, перец и лавровый лист еще кину. Ой, никого больше нету. Я, ребят, в такой глуши нахожусь. Буду сегодня ночевать в палатке. Настроил свет уже от пауэрбанка. Печку растопил. В палатке уже тепло. Сейчас, в общем, попьем кофеек, приготовим покушать. Надо будет выспаться, набраться сил. Я еще немного простыл, чуть горло болит. Ну ничего, сейчас горячий кофе, горячей еды поесть. Я думаю, что с утра буду огурцом. Да, ребят, в такой глуши нахожусь. Покажу немного местность. Палаточка моя стоит. Сейчас на улице где-то градусов 10 на мороза. Печка. Дымок идет. А в палатке тепло. Ой, красота. Жаркое готовится. Запахи просто бомбические. Ой. Вкусно пахнет очень. Где-то через полчасика будет уже готово. Будем кушать. А тем временем у нас приготовилось уже жаркое. Будем пробовать. Тушилось ровно 3 часа. Два раза подливал воду. Мясо мягкое, вкус просто обалденный. Все, ребят, всем приятного аппетита, кто там кушает. Я покушаю, буду, наверное, уже ложиться. Вымотался за сегодня, устал, простыл. В общем, грею тут вкладыши, шапку сушу. Сейчас перекусим и будем ложиться. Доброе утро. Уже 8 утра. Выспался. Супер. Всю ночь кочегарил. В общем, ставил будильник через каждые 3 часа. Просыпался, подкидывал 3-4 брикета. И все. И просто в палатке Ташкент эти 3 часа. Вкладыши мои высохли за ночь. Я вчера их повесил, они были, можно было выжимать их. Такие мокрые были. Сейчас вот кофеек попью с булочкой. И пойдем ловить на жерлицы. Интересно, были там сработки или нет. Посмотрим. Уже догорают последние угли. Буду печку выносить на улицу, выкидывать уголь.
Вот, буду собирать палатку, чтобы потом этим не заниматься после рыбалки. О, смотрите, как у меня тут все разведено. Проводов всяких, там пауэрбанки. Аж 3 штуки. Чтобы моментально тут все подсоединить, зарядить что надо. В общем, такие вот дела. Сейчас пойдем уже рыбачить. Собрал палатку, печку. Все-все-все запаковал. Выдвигаемся. Уже без 15:09. Можно сказать, уже все видно. О, фонарь надо уже оставить, наверное, я думаю. Фонарь уже не понадобится. Пойдем сейчас проверим, что там у нас. Сработало или не сработало. Будем сегодня переставляться. В общем, искать, где щучка стоит. Вчера, конечно, поздновато приехал. Мужики сказали, что хорошо клевало до 12, а я как раз в 12 только и приехал. Ну, пока расставился, там уже ближе к 2 было. Так, ну ладно, все. Фу. Ну что, идем навстречу большим щукам. Снега навалило. Вот это настоящая зима. Комфортно для рыбалки. Сейчас вот ночью было минус 10. Я в машину ходил. Минус 10 показывало. А сейчас уже минус 6. Снежок. Сегодня весь день будет тихо. Будет штиль. Поэтому колокольчики мы должны будем услышать. Ночью не было сработок, ребят, ни одной. Пойду проверю все жерлицы. Живца посмотрю. Наверное, повмерзали, что ночью было минус 10. И будем ждать первую сработочку сегодня. Ребят, сработка. Что будет тянуть, не будет. Ага. Ребят, есть там жизнь, есть. Смотрите, крутит, крутит. О, пошла, пошла. Есть. Щупарик малой. Когда мы уже нормальную щуку словим, а? Так, открой рот. Я тебя хочу максимально быстро выпустить. Позови свою старшую сестру хотя бы. Если не бабушку, то хотя бы сестричку или братика большого. Давай. Ой, пошла.
Еще одна, плюс одна в карму, так сказать. Где ж нормальная щука? Вчера соседи и трешку взяли. Ну, надеюсь, что сегодня хотя бы килошку какую словить. Так, пойду за живцом схожу. Сработка на дальнюю. Крутит, крутит хорошо. Так, пойдем ту проверим. Ну давай. Две сработки подряд. Пошла. Мелкая тоже. Да что такое, блин? Одно шнурье. Отпускаем, естественно. Чего? Я надеюсь, хоть одну нормальную словим. Я думал, там на глубине будет покрупнее щучка, конечно.
Засранка малая. Сейчас будем отпускать. Мотало. Ooh.